Всем привет! Всем привет, друзья! Сегодня мы открываем такого вот злодея, страшилку, который из черепашек-ниндзя. Да, сегодня у нас на распаковке, значит, черепашки-мутанты-ниндзя. Это у нас Рокстеди. Из черепашек носорог вот этот боевой. Это друг этого Шреддера. Да, вернее, не друг, а его подчиненный слуга. Они постоянно за черепашками все бегали. Помнишь в мультике там? А помнишь, как этот победил носорог? Нет, черепашка не ошибаюсь. Что-то. Так. Конечно, черепашка не едят. А я пока что. Ну открывай. Дима, это оказывается Лего. Ух ты! Ноги даже разбирают. Ничего себе! О, у него еще есть бусы! Давай соберем его. Ну что, Дима, получается у тебя? Наш герой готов! Да? И еще есть у него мышь! Смотри, у меня тоже почти получается. А смотри, у него еще есть мышь. Сенсей у черепашек ниндзя. Сенсей, да, ну их учитель. Он превращается в большую мышь. Он мутант тоже. Черепашки ниндзя же мутанты. Помогите, у меня рука отвалилась. У кого? А, рука отвалилась. У кого? Видишь? Рокстеди потерял руку. Так, а где его рука? Во, я нашел руку. О, yes! На. Спасибо. Спасибо, я нашел тебе руку. Сейчас давай. Я тебя соберу. Ну как? Получается. Получается? Ну, молодец. Дима, а что у нас столько деталей много еще осталось-то? Куда их делать-то? Смотри, трубы какие-то. Ну, что нам с трубами-то с этим делать? Ты не веришь? А посмотри, руки у него, ноги шевелятся. Вот еще какая-то фигурка. Дима, на, открывай. Еще? Открывай, собирай. Смотри. Это ниндзя? Такой, ногой. Ну, собирай его, собирай, молодец. Видишь, сказали, что там. Пап, как ты его ставишь? Вот, это собрали такой ниндзика. Покажи им, покажи, классный такой. Так, кого еще мы не собрали, ну-ка. Уже всех почти собрали. Так, вот. А, вот еще, смотри, ниндзя. Это же несколько ниндзей тут много. Давай еще собирай один такого. А вот он, наш герой. Наш который... герой Рокстеди. Давай посмотрим. Дай-ка. Вот. И его. А его... вот такие вот ниндзя. И его банда ниндзей, да? Трое ниндзей. Что? Что-то он не стоит. Можно его вот сюда. Сюда можно его прикрепить. Вот. Ниндзя и Рокстеди. И вот здесь еще Сплинтер. Мышка такая прибежала. Все планы им разрушить, да? Тут даже вентиль вот есть, Дим, можно покрутить трубу, открыть. Открыть. Они же по канализации лазят. Ну вот такую небольшую игрушку мы открыли. Дима молодец, почти все сам собрал. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, друзья, подписывайтесь на наш канал. Мы хоть и долго не снимали видео, но мы беремся по новой за канал.